Привет, друзья! С вами снова я, Мила Зверева-Новикова. Вот решила снять вечерний Минск, центр города, набережная. Сегодня 11 сентября. Чудесный день, теплый, замечательно вообще. Днем еще вот мы все ходим в маечках. Ну, вечерком уже люди накидывают там легкие курточки. Благодать. Вот такое вот впечатление. Знаете, как снизошло благословение. Беларусь обычно, она раньше такая всегда дождливая, сопливая такая вообще. А этот год, это вот просто какой-то волшебный май, вот все лето, сейчас вот сентябрь, все эти дни. Тепло, так вообще тихо. Ну, было там пару раз, да, таких там ливней, гроз и прочего, но это было так редко, были радуги, и знаете, так здорово, такое состояние благодарности вот миру за это тепло. Этот мир, мирный мир, за то, что у нас мир. И я только сейчас начинаю осознавать, вот белорусы, ну да, их называют такими померкованные, такие вечно, ну вот, боятся, что ли, всего, да, но... Так оно может быть и есть, да, создается впечатление, что они такие безинициативные, но на самом деле люди добрые. Вот правда добрые, открытые, искренние. У меня многие знакомые, вот я занимаюсь 12 лет сетевым маркетингом и постоянно общаюсь с людьми, да. И мне очень нравится вот встречаться с людьми, слушать их истории, вообще вот изучать их, узнавать их потребности, ну, по возможности дарить им возможности, по возможности, да, если они это берут. Но вот и многие люди вот рассказывают, как, допустим, в том же самой Америке или где-то в Европе. А вот там в основном, особенно в Америке, да, вот они все улыбаются, но если ты там поживешь какое-то время, да, вот хотя бы там полгода и больше, да, ты поймешь, что это все такое неискренние, фальшивые все эти улыбки, все это, знаете, вот маски. У нас же люди действительно вот они такие... Но настоящие. Конечно, маски есть у всех, это однозначно. Это как я вот практикующий психолог, да, я в этой теме уже так осознанно варюсь лет так, ну, 19, но просто вот конкретно глубоко копаюсь, вот особенно последние там 7 лет. Маски есть у всех, но здесь просто люди, они, ну, не осознают этого, но по факту они вот хорошие такие. Ну, открытые все-таки, да, пусть в масках. Ну, а Европа, Америка, они конкретно там натягивают, да, вот однозначно это уже, ну, это уже все осознанно у них происходит. Они их одевают, одну маску на работе, одну там дома, одну, ну, короче, по ситуациям. Вот. Ну, чем мне вот близко сейчас вот Азия, вот эта философия буддизма, да, ну, опять-таки, это тоже все, знаете, есть такое выражение, знать путь и пройти путь, это разные вещи, так и здесь, да, нам что-то бывает, ну, со стороны кажется одно, когда ты начинаешь все это глубоко изучать, то, ну,
раскрывается совсем другая сторона. Ну, это не говорит, что это плохо, да, я вообще сейчас учусь не разделять мир, да, на плохое, хорошее, добро и зло, красиво, некрасиво, правильно, неправильно. Я учусь вообще объединять и соединять. Ну, это просто факт, да, скажем вот так. Ну, на этом все, да, вот такой прекрасный вечер. Захотелось его почему-то запечатлеть, да, вот вечерний мисс, сейчас 9 вечера. 11 сентября 2018 года. Так вот просто себе сделала приятное, вот катамаранчик, да, ну и вам, может быть, будет приятно. Может быть, кому-то захочется приехать в Минск, в Белоруссию. Кстати, все, кто приезжает, все очень довольны, все говорят, что красивый город, чистый город, страна красивая, чистая, белая Русь и хорошие, замечательные люди. Так оно и есть. Пока-пока.